Глава 4. Гнев предателя. Прошло несколько часов, Маев, еле живая от усталости, и Ран наконец вернулась в свой лагерь. Давайте. Ага. Госпожа, что произошло? Где Наиша? Где все остальные? Наши сестры погибли. Иллидан завладел оком Саргероса и воспользовался его силой, чтобы похоронить их заживо. Теперь он хочет расправиться с теми, кто остался в живых. У нас нет выбора. Мы должны вернуться в Калимдор и рассказать Шандо Малфуриону о намерениях его брата. Госпожа, мы опоздали. Сюда прибыли войска Иллидана. Нам не уйти. Но, возможно, удастся послать за подкреплением. Снарядите гонца. Она должна как можно скорее добраться до побережья и отплыть в Калимдор. Немного удачи, и Шандо Малфурион окажется здесь, прежде чем нас одолеют. Поторопись, сестра. Ну, Гонец в беде. Защищайте Они ее бить должны. Тор или Сар Теренал. А не просто стоять и смотреть. Конечно, может, это намеренное изменение, но хрен знает. Зачем ее лечить, если ее не били? Отдыхать некогда. Мы впустую тратим время. Да. Ваша база, да, моя база, тут моя база, такая вот база. Блин, вот нахрена такие огромные расстояния тут делать? И ладно, если только деревья, типа, колодцы я же не могу передвинуть. О, они все уже на автомате стоят. Ну, хоть что-то, блин. О, тут сфера яда теперь есть. Требуется больше древесины. А сколько у нас светлячков на древесине? 4. Надо побольше. Пусть 8 будет. Так, сколько дополнительных заданий? Одно. Виновные будут наказаны. Золото вот это. Самое время. Ой, как медленно мы идем из-за этого гонца. Исследование завершено. Госпожа, мы обнаружили место раскопок. Может быть, там хранится какой-нибудь артефакт нашего древнего королевства? Осмотрите раскоп. Если богиня будет к нам благосклонна, мы найдем то, что поможет нам спастись от Иллидана и его тварей. Посох телепортации мне не нужен, потому что это просто, чтобы к базе и обратно. Нет, спасибо. И особенно, учитывая, что в следующей главе у меня игра просто его удалит из инвентаря. Поэтому как бы нет, спасибо. Пожалуй, я обойдусь без него. О! А вот это, кстати, очень классно. Я почему-то не особо мало исследую вот это вот вообще, ой, использую превращение. О, тут да ладно, тут до сих пор не исправили этот баг. Это же такой древний баг, как его можно не исправить? Вот когда скоро будет молния, из-за этого я не, вот, ничего не вижу. Вот я вот навожу мышку, и ничего не отображается. И здесь тоже. Исследование завершено. Капец, им просто насрать было на все. Самые древние баги. Вот, а теперь все появилось. Потому что молния ударила. Вообще, офигеть, им насрать на игру было на 100% просто. Я как-то вот старался на все это глаза закрывать, но сейчас уже просто. Уже просто не могу. Самое время. Покажешь. Хотя нет, гонец тоже пусть ходит, потому что она нас лечит. Тут наказаны. Исследование завершено. Я завершу начатое. Ой-ой. Я вся внимание. Я не боюсь. В
Выхожу Фига. Из осады. Чё ты так орёшь-то? Так. О, вот это очень классно. Так, ага. Тут вроде гвардеец будет. Вроде как. Близится финал. Дорога зовет. Причем не всегда эта хрень так делает из-за грозы. Как-то странно очень. Нет, тут тоже гвардейца нет. Что их, походу, вообще перестали использовать. Виновные будут наказаны. Самое время. Так, супер-супер, прекрасно. Исследование завершено. Я не сплю. Так, пусть они все будут такими. Слушай. Воистину, исследование завершено. Такова воля богини. Не поможет тебе эта хреновина. Радиус, конечно, у колодцев очень небольшой. После отрицания это рассеять заклинание, да? Нет, спасибо, не надо. Близится финал. Так, я не помню, вот эта вся часть карты, это она вообще, что ли, не используется? А, нет, смотрите, тут что-то есть. Оу. А, тут можно тпшнуться. Я завершу начатое. Давайте, сейчас посмотрим. Ну что ты тупишь-то? Вот сюда вот встань. Близится финал. Ну либо сюда. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Блин, как-то можно вот сюда попасть? Только как, блин? Исследование завершено. Смотрите, как сюда попасть? Время. Отсюда, что ли? Нет, наверное. Или это только с помощью того, этого? Которое это то? Или... А, ну-ка. Жду приказа. Если я вот сюда вот... Поторопись. Кого-нибудь подведу? Самое время. Я завершу начатое. Виновные будут вообще истощен. В смысле, два офигели. Твой ход. Как сюда попасть-то, я не понимаю. Мы впустую тратим время. Только с помощью я того этого? Заждалась. Там ведь фигня есть, которая всю карту открывает. Госпожа Маев. Вроде. Такая удача, что мы Пора нашли вас. Пора продолжить охоту. Ладно, потом... Исследование завершено. Поймем. Оу, это что-то новенькое. А? Прикольно. Такого не было. Я завершу начатое. Самое время. Почему она в самом... Сзади идет. Наша священная роща осквернена. Вау, ни хрена себе. Да, неудобненько получилось. Вот так надо поставить, чтобы удобнее было. Близится финал. Чтобы все могли до него достать. Виновные будут наказаны.
Блин, конечно, рёб просрал. Фига, ты куда там убежал? Подождите, а чё? А как? Виновные будут наказаны. А, он тут все-таки спрятался. Ржавая кирка. А, это прикольная, кстати, вещь. Мы впустую тратим время. Урон, говорите, повышает. Я уже заждалась. Где она там? Блин, как ее там подобрать-то? Наш рудник истощен. Здание готово. Пора продолжить охоту. И реально, я его теперь не смогу подобрать, что ли? Наши воины вступили в бой. Офигеть, его там вообще нет. Он просто исчез. Этот предмет, блин, ваш сраный. Вообще, блин, офигенно. Еще все так через жопу-то тут. Еще больше, чем я даже ожидал. Я завершу начатое. Самое время. Так. Правосудие свершится. Собственно, такое ощущение, что там еще был знак, который все карту открывает. Виновные будут наказаны. Или мне кажется. Я уже заждалась. Просто как-то надо же вот сюда-то попасть. Потому что... Ну а как еще? Тут нету ни одного места, откуда я мог бы что-либо увидеть. Это явно ворота. Отсюда я не могу туда попасть. Отсюда тоже. Тут у меня все темное, потому что я тут не мог слишком близко находиться. Или это вот все отсюда? Ну-ка. Давайте-ка тут проверим. Там, походу, база НАК, как раз они оттуда это и делают все. Поторопись. Ладно, насрать. Я завершу начатое. Придется один из секретиков мне не выполнить. Поторопись. Жесткий. Самое время. Так, тут глифометы и гипогрифы. Виновные будут наказаны. Ну, наконец-то. Она добралась до берега. Так. Пора продолжить охоту. Наша священная роща осквернена. Хватит жрать их. Я вся внимание. Так, и верфь тут. Ой, могу гипогрифов отправить вот сюда вот посмотреть. Вот просто прочекать, что там вообще есть. Да, конечно, зачем я уже в лодку сел?
Да капец, говно тупое. Почему я не могу здесь высадиться? Тут же вода, блин, не глубокая. А, тут просто ничего нет. Тут даже ворота эти неломаемые. Это просто так. Специально, чтобы я понервничал. Офигенно. Так, одного гиппогрифа я уже умудрился всрать. Просто замечательно. Или это все-таки глубокая вода? Просто я вижу дно, и поэтому мне кажется, что она не глубокая. Походу, вот тут вот не глубокая, а там все же глубокая. Самое время. Близится финал. Или вот тут вот гвардеец будет. Я уже сошлась. Да. Или тут его тоже. Тут вообще ни хрена нет. Я завершу начатое. Самое время. Я уже заждалась. Близится финал. Ладно, идем обратно тогда. Тут еще куча секретиков будет вот на левой стороне карты. Наши воины вступили в бой. Да зачем? Не вступайте. Отступите. Виновные будут наши наказаны. Наши воины вступили в бой. Неплохо. Создает аватару, которая... Это что, аватара? Она? Почему? Я готов. За стражей. Сейчас жрать будешь, да? Конечно. Урод тупой. Приказ поняла. Хорошо. Ашал Карабас, укажи мне путь. Виновные будут наказаны. Так. Самое вот так время. Вот я давно не делал. А, как я люблю. Так, ага, тут последняя вот эта хреновина. А, блин, я же могу... Блин, я забываю про эту способность постоянно. Близится финал. Я уже заждалась. Исследование завершено. Богиня, укажи мне путь. Камень маны не надо. Я завершу начатое. Зачем повторяешься опять все? Я до сих пор этого скилла даже нет. Ладно, в следующий раз его и изучу. Я уже заждалась. Как же вы медленно двигаетесь, офигеть. Почему глифометы впереди всех? Богиня, укажи мне путь. Наши воины вступили в бой. Мы впустую тратим время. Виновные будут наказаны. Пандарен. Самое сейчас время. Сейчас оформлю тебя. С корочкой. Вообще, по-другому он теперь говорит так. Туфли ловкости плюс 3. Богиня, укажи мне это было бы замечательно. Близится финал. Так, а тут я есть что-нибудь? Заждалась. Наши воины вступили в бой. Нет. Самое время. Я завершу начатое. Так. Торопись. Ты сюда иди. Ладно, вот так вот. Я завершу начатое. А, так это просто гиппогрифы. Я думал, что они хотя бы с наездниками.
Твой ход. Я их даже не могу объединить. Блин. Самое время. Это, конечно, тупо. Я уже заждалась. Так, тут я был, да. Надо вот сюда вот еще попасть. Виновные будут наказаны. Как же медленно вы все двигаетесь, исследование офигеть. Исследование завершено. Да, почему я сразу всего этого не сделал? Близится финал. Так. Правосудие свершится. Офигеть, зачем он так близко? Вау, да я какой даун-то, капец. Как вообще так можно? Мы впустую тратим время. Виновные будут наказаны. Наши воины вступили в... Да чё вам опять надо тут? Пора продолжить охоту. Близится финал. Да не надо ни на кого нападать. Я вот уже теперь уже можно. Только ты не надо впереди. Наши бои самые лучшие. Офигеть. Какая-то жесть происходит явно. Так, что надо мне? Ага, вот это. Во имя правосудия. Так, кораблики тоже мне надо подогнать уже. Вот сюда, вот, пожалуй. Я завершу начатое. Наши воины вступили в бой. Как я люблю природу. Виновные будут наказаны. Богиня, укажи мне путь. Я так и знал, что вот это он именно начнет этот царев делать. Близится финал. Я завершу начатое. Так, мне теперь надо вот сюда попасть. Как мне это сделать? Понял? Я уже заждалась. Ой, давай так вот просто. Надоело мне уже так медленно тут передвигаться. Это финал. Исследование завершено. Укажи мне путь. Тут крыса будет, которую надо будет завалить. Нужно больше лунных колодцев. Давай, чего? Нужно больше лунных колодцев. Пора продолжить охоту. Я завершу начатое. А, ну почему я не дотянулся? Ну ладно. Виновные будут наказаны. Где крыса-то? Я ее не вижу. Наши воины вступили в бой. Отступись. Поторопись. Обратно. Вот она. Грэнк, я ее вот так вот убить не могу. И так тоже. Придется... Я уже заждалась. Так, у меня скилла нет. Третьего придется вот так делать. Угу. Пора. Талисман ускользания. Наши воины вступили в бой. Да как вам не надоело? Так. Мы впустую тратим время. Что мне выкинуть? Думаю, вот это. Самое время. Ну, фиг знает. Хотя нет, чё? Исследование завершено. Так, вот поставлю, да и всё. Я завершу начатое. Так, теперь... Пора продолжить. Попробую всё-таки тпшнуться. Вот, чё так сразу-то... Близится финал. Нельзя было сделать.
Так, кораблики. Где-то у нас гонец. Виновные будут наказаны. Да пропустите вы уже. Все, валим. Так и не доисследовалось мне тут все. Мы впустую тратим время. Что ж, ладно. Да хранит ее Элуна. Если она не сможет добраться до Шандо Малфуриона, Иллидана уже никто не остановит. Да, что ж, сейчас у нас будет интерлюдия. Так что идем дальше смотреть.